Лидия Жерельева ежегодно приезжает из Волгоградской области в Одинцово. В этом городе живет ее дочь. А еще именно здесь она чувствует особую благодать. В семье давно стало традицией Светлое Воскресение Христово встречать именно здесь. Я уже сколько лет здесь, вот я освящаю этот кулич. Для меня это традиция. Я и на службу хожу здесь, да, для меня это на вечернюю, для меня это вообще. Я желаю всем мира, добра и счастья. Лидия, как и тысячи верующих, пришла в храм, чтобы осветить куличи, получить благословение и услышать такие нужные слова о мире, добре и взаимопомощи. Никто же и умерший от преисподних воскресил еси, вся сила небесная в Богу, жизнь дочь Христе Божий наш слово тебе. Сегодня пришли с надеждой, что будет добро, мир, и сами справимся, сами как-то станем лучше. Стремимся к этому, стать лучше. Вот мы есть слава Божия, если мы откликаемся на этот вот личностный его призыв соединиться с нами и как бы открыться для него, что он нас ищет. Вот, и всем желаю вот этой радости встречи, радости вот этого понимания, что Бог нас знает и любит. Освящение куличей проходило во всех храмах округа, а вечером прихожане вновь устремились в церкви, чтобы пройти крестный ход и вместе со всеми услышать благую весть – Христос воскрес! Хочется, чтобы мы в это время ожили, чтобы, если печально, чтобы была созидательна и к побозе, если это радость, чтобы она имела начало здесь и заканчивалась жизнь вечной. И это самое лучшее пожелание, которое ожидает каждый приходящий в храм Господень, тем более в храм Воскресения Христова, в котором мы с вами находимся. В главном храме Вооруженных сил Российской Федерации собрались сотни верующих, чтобы зажечь свечи и встретить Светлое Воскресение Христова. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».